Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Adminata Space. И, возможно, сейчас вы увидите просто мой красивый деревянный стол. Но это ненадолго, потому что в сегодняшнем видео я бы хотел с вами поговорить о вот таком вот замечательном персонаже. Итак, это у нас, знакомьтесь, Геот. Геот — это новый персонаж вселенной Звездные войны. Он у нас является, как вы можете видеть, замечательным, интересным камнем с различными изгибами. И в целом Геот у нас — это инопланетянин. Инопланетянин, который служит у нас навигатором на звездолете под названием Vessel. Более про данного замечательного и раскрытого, интереснейшего персонажа с крутым дизайном нам больше ничего не известно, кроме того, что это пришелец, и он не умеет говорить, а также его имя не может никто сказать, потому что, чтобы его сказать, не нужно уметь говорить. Да, друзья, именно так. Что же можно сказать про его, так сказать, различных друзей и товарищей? Ну, известно нам то, что этот замечательный Геот, у нас навигатор, как я уже сказал, на корабле Vessel. И на этом корабле главным пилотом является кто-то, про него мы ничего не знаем, кроме одного очень важного, абсолютно просто главенствующего параметра. Этот пилот на корабле, по совместительству и товарищ этого замечательного камешка, он у нас асексуален, то есть он не мужик, не баба, так сказать, ни рыба, ни мясо. В общем, да, друзья, это, видимо, очень важная информация. Это все, что известно про этого пилота. И он летает с вот таким вот еще одним, видимо, асексуальным камнем. Хотя я удивлен, что этот камень у нас не является геем. В общем, такой вот замечательный персонаж, друзья. Мне нравится мини-фигурка. Лего заранее выпустили этого персонажа из новой высшей республики вселенной Звездных войн. Очень классная фигурка. Мне кажется, она будет дорожать с годами, станет раритетом. Будет цениться гораздо больше, чем вот этот крутой всадник из Лего Касл. И кому тут нужен Дарт Малгус? Да, что за дизайн? Вообще, посмотрите, что это за фигурка? Кто так делает? Посмотрите, что за респираторы? Почему он ситх? Почему он такой весь в шрамах? Почему он выглядит так слишком как-то круто? Не, это все хрень. А Кэт Бэйн, да Кэт Бэйн, а кому он нужен? Посмотрите, как у нас есть камень. Камень — это просто, ох, какие у него изгибы. Тут даже мох есть, друзья, вот это детализация. А Кэт Бэйн, да, ну его нафиг, этого Кэт Бэйна, это все замки рыцари. Да кому надо, Дарты Малгусы. У нас есть Геот, знакомьтесь, новый персонаж. Такой вот асимметричный, можно сказать, в своей форме. И в целом, да, подписывайтесь на канал, покупайте свои камушки и радуйтесь жизни, потому что это Звездные войны.